Сегодня у нас 6 сентября 2018 года. Вот ищем позитив в траншее, которую они выкопали к помойному этому люку. Ищем позитив. Ой, там какие-то новые люди. Слушайте, обратите внимание, какие совершенно новые люди. Вот там какой-то мужчина с ребенком, с девочкой. Откуда он? Я вообще даже не поняла, откуда. Совершенно новые люди какие-то. Совершенно новые люди. Такие вот дела. Вот он девочку в машину посадил. Ой. Ой, ну что, Каспера, ты хочешь выбраться? Хочешь, чтобы я тебя выпустила из сумочки? Татьяна Салмановна, Мактум Сайфуддин, это я. Угу. В общем, сливают вот эту воду практически опять напротив моих вот так вот окон. Смотрите, вот там вот просто сливают. Вот. И еще такое говорят, ну, в общем, будьте на позитиве. Так это нормуль, будьте на позитиве. Мы здесь траншею выкопаем, здесь ничего наложим, воды сольем. Ну и нормуль, короче. Ну и нормуль. Вот. Так что вот, мужчина интересуется в Тбилиси. Может быть, мы уже в Узбекистане? Может быть, вы уже в Узбекистан переехали этим домом? Может быть, нас уже перенесли в Тбилисичках? В общем, как-то так. Может быть, это уже Ташкент? В общем, пока я спала, мы очутились в Ташкенте. Следующая остановка – Таиланд. Товарищи, следующая остановка – это Бангкок. В общем, пока мы спали, пока мы летели, короче, после Ташкента следующая остановка, вот этот вот, как там, Бангкок, короче. Полетим на Пхукет, они уже тюбетейки надели, так нормально, в общем. Ищем позитив в этой траншее. Имейте это в виду, Татьяна Салмановна, Мактум Сайфуддин, вместе с моим котенком. Моя хорошая, моя девочка. Сегодня у нас 6 сентября 2018 года, что легла я в 7 утра. Конечно, здесь они, в общем, выспаться они не дали. Ну, сейчас немножко поспала вообще, сейчас встала, сейчас 3. В общем, мужчина пошел гулять, мужчина гуляет. В общем, Марло сейчас придет, работу примет. Сейчас они еще щебенька насыпят. Вон женщина, собачка гуляет. А что не гулять-то? Погода хорошая. Что вы говорите? Нет, я сама ходить. Туда полить надо? Полить надо? Я вам полью. Как не надо? Давайте я вам полью. Инструмент. Что вы делаете? У нас электрический инструмент. Вы хотите, чтобы вас током ударили? Нет, вот он сказал, что надо полить. Он говорит, дайте я полью. Он сказал. Он сказал, дайте я полью. Татьяна Салмановна, Мактум Сайфуддин, это я. Yeah.
проходите. Фиксируйте два края, потом подсыпаете. Там инструмент. Так, на шею поставь. Вот, вот хорошо. Отсыпайте. Ну что? Ты хочешь домой уже? Фиксируйте вот эти места, которые на трубе, их надо оставить. Все остальное дело должно быть закрыто. Ой, смотри. Давай. Ну так по плану заносим. В общем, щебенька сыпанем. Молодец, кто там нарягал? Почему? Тебе туда надо поставить гидропломбу, бетон. Я тебе потом дам ее и сделаю. Сейчас зафиксируйте трубу, оставьте только те места, где у тебя остались эти самые, где вы ставили. Вот здесь оставляем, да. Это место мы его засыпем потом индивидуально. Каждое соединение вы сейчас будете делать вот именно таким образом. Оставляете свободным, пододвинули. Если что-то куда-то уплывет, мы будем возможность проконтролировать. В общем, следующая остановка Пхукет. Там жара, погода хорошая. Ну и, в общем, и купаться там можно. Так что вот, вот такие вот дела. Ташкент мы уже пролетели. Вот. Имейте это в виду. Угу. Татьяна Салмановна, Мактум Сайфудин. Это я, это мой котенок. Процветание по-арабски.